шар. Лунтик! 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 Друзья, что случилось? Привет! У тебя нет веревки? Зачем? Я у Милы скакалку порвал. Надо бы сделать новую. Хорошо. А, может, в шкафу веревка есть? Подержи. Сколько у вас тут вещей? Еще чуть-чуть. Нет, это не веревка. А, вот она. Нашел. Ух ты! Вот это шар! Шар? Давай надуем его. Лунтик, давай лучше ты надуешь, а то у меня не получается. Давай. А я вещи сложу в шкаф. Лунтик, Лунтик, хватит надувать, а то он лопнет. Это юникорн. Надо его завязать. Вот это шар! Ребята, как его увидят, сразу забудут о разорванной скакалке. Пошли, покажем его Миле и пчеленку. Пошли. Ой. Давай вместе. Лунтик, что нам делать? Кузя, как здорово летать! А как мы на землю спустимся? А что, если шар никогда не приземлится? Не приземлится? Похоже, пора звать на помощь. Помогите! Спасите! Снимите нас отсюда! Эй, помогите! Спасите! Помогите! Эй, мы здесь! Снимите нас отсюда! Помогите! Мы здесь! Кто это? Что они кричат? Кажется, посмотрите, мы здесь. Видим, видим. Молодцы, нашли способ полетать. Кто-нибудь, помогите. Здорово. Что здорово? Я не могу прыгать с такой скакалкой. Где же Кузя? Он там. Где? Ничего себе. Кузя с Лунтиком играют, а нас не позвали. А почему? Сейчас узнаем. Ой, сюда летит Мила. И с ней пчеленок, они нам помогут. Ничего себе, даже нам не сказали. Мы не успели, только надули шар, и он сразу полетел. И еще мы не умеем приземляться. Ладно, сейчас мы спустим вас на землю. Ой.